Приветствую вас, леди и джентльмены, другие подруги. С вами Мортин. Госпожа Очевидность. Всем пренеприятнейшего дня, товарищ. Да. И капитан Очевидность. Здорово, братишки. Красавчик. Сегодня, друзья, мы будем крутить новые, подчеркиваю, мартовские кейсы. И... Возьми мартовские кейсы. Нет, возьми мартовские уже как бы нагиб. Ну ты их не покрутил. Да в жопу их. Тут есть мартовские. Возьми мартовские там как бы туда-сюда, ничего. А вот тут мартовские уже как бы новенькие. Нет, да. Вот помнишь, вот золотое правило. Вот мы крутили на 23-е, да. Падало хорошо. Мы крутили просто февральские, падало как... Говно воняет. Вот понимаешь? Смотри, мартовский, что штук я купил. Сейчас будет просто нагиб. Извините за голос, я приболел немножко. Купи. Этот гребаный коронавирус, сука, вот серьезно. Доширак я ел, как бы подхватил, из Китая привезли. Купи 8-мартовский. Не, кисуль, ну как бы, ну, извините меня, что здесь купил? Там 20, ну блин, у меня джаба задушит, как бы, ну, деньги-то, все семейный бюджет, все это как бы, да. Вот. Все, что мы выбьем из мартовского кейса, я раздам, вставлю видео, либо еще каким-то образом. Да. Итак, я начинаю. Пожелай. Ну, ты начинай. Жена начинает. Возьми мартовский кейс. Давай. Она сейчас сразу убивает топ. Ну, это почти. Топ. Да. Итак, наша красавица продолжает. Ну, блин, вот говорила, бери 8-мартовский. Чего, гадатки, можно подумать с 8-мартовских, там, этих, 23-евских. Нет, 8-мартовских бы хорошо упало. Боже мой, да, дорогая, ты еще и золото выбьешь. Ты что, не веришь, что ли? Нет, не верю. Но вот с 8-мартовских я бы что-то выбила. Ребята. Ну вы же знаете, как бы, никогда с кейса сразу ничего не упадает. У меня не было такого, чтобы там с первого, второго, третьего кейса что-то выпало. Так не бывает. Ты когда крутишь уже много, тогда что-нибудь да. Тогда крути 10 а раз, так и нет. Потом я. Ладно, 10 раз. В общем, 85, когда будет, я тебе кэпу отдаю. Отдашь, кэпу отдашь когда? Дам, не переживай. Дам. Сука. Такой кекс. Так, ну у меня получше уже стало, видишь? Чем больше крутишь, тем выше нагиб. Уже ремингтоны пошли. А ремингтоны изменить у меня, это не тапки срать. Это уже вполне годно. Ты осипший прикольно. Какой осипший, блин, у меня горло болит. Гандонинио принес, блин, к нам опять. Как ты задолбал, блин? Че ты все время какую-то заразу носишь? Да не я это. Что значит не ты? Ты тоже иногда там гнусавишь что-нибудь. Это да, как всегда, в общем. Серьезно, если бы не кэп, я бы вообще не болел. Ничем. Вообще ничем. Прозвучало двусмысленно. Ну да, ну все носит нам всякую заразу. А ты подбираешь. Не знаю, а чем мне там подбирать? Он сидит вечно тут, он у окна сидит там, блин, на своей табуретке, блин. Бациллы разносит. Задолбал, я здоров, я ничего не разношу. Да ты это разносишь, Кэп. Не ссы мне в уши, понял? Друзья, кстати, как у вас ситуация с коронавирусом? Кто болеет, тоже переболел. Не дай бог, конечно, я шучу. Вот. Будем надеяться, что эта хрень поскорее исчезнет, потому что из-за нее экономика в жопу пошло, и все пошло как бы. Надо, чтобы это быстрее заканчивалось. Я очень на это надеюсь. Вот. И кейсы как-то плохо крутятся, тоже на коронавирус. Так, дорогая. Слушай, а если я выбью что-то хорошее, что мне за это будет? Благодарность. Да. И все? Ну, как бы. А что тебе еще нужно? Ну не знаю, там туфельки купить, еще чего. Туфельки? Я твои туфельки знаю. У тебя туфельки, блин, 1015 ты хочешь, да? Чуть-чуть дороже. Еще и дороже. Как у тебя там? Майкл Корс или как они? А как они называются? Скажу. Как они называются, туфельки? Нет, скажи мне. Не, вообще в идеале я Джимми Чу хочу. Джимми Чу? Да. Я не знаю, кто такой Джимми Чу, так что для меня это все пустые дойдет. Это Майкл Корс, Фурла, Джимми Чу. Для меня это какие-то вообще, сука, китайские термины все. Джимми Чу. Кто такой Джимми Чу? Я не знаю его. Ну, красивый. Для себя услышал Джимми Чу, я подумал, что это какой-то человек, который на садоводе работает, блядь. Пряниками там торгует китаец. Вот для меня это Джимми Чу. Я не знаю, кто такой Джимми Чу. Фура куда? Я в брендах не шарю, мне до лампочки, честно. Поэтому какой-то у меня там... есть и духи, это... да, фаники? Карло Пазолини! Карло Пазолини! Я сразу представляю себе какую-то горную итальянскую деревушку, и там такой алканав сидит с бутылкой, дед такой, в кипарике восьмиуголке. Карло Пазолини! Вот, с удочкой на рыбалку собрался. Вот для меня это Карло Пазолини. Я не шарю в этом, ребят. Мне это править не надо. Фабрика большевичка, все нормально, все хорошо, отлично. Слушайте, ребят, я бы с удовольствием хотела выпить вам что-то хорошее, но Рокутагин не купил 8-мартовские кейсы, он купил мартовские кейсы. Да подожди, мы только 25 штук скрутили. Сейчас, сука, оно как пойдет, посыпется, как из рога изобилия. Нет, конечно, это же кейсы Варфейса. Рогом изобилия нам и не посыпется, а побьют. Да? Ну ладно. Или поводит. Напишите, если вы крутили, что-нибудь вам вообще выпадало. Вот, я не знаю. Пока да, этот кейс себя показывает так спорненько. Ну, гляди, что-нибудь получится. А сколько, получается, ты потратил на 100 кейсов? 2 с чем-то там. То есть вот ни на что мы потратили 2 с чем-то, а туфельки дорого. Ну нормальная мужская логика, она вообще нет, шикарная. Ну извините меня, туфельки 15, а здесь 2 с чем-то. Сейчас, секундочку. Больше 20. Ах, сука. Жесть. Это бронхит. Короче, простудился, да. Я лечу мужа.
Она лечит мужа, да? У него тут чай с медом, у него терафлю. Целый день лечит, обещает что-то, лечит меня всяким там, да. Молодец. Шучу, нет. Я тебе сейчас мышку. Не-не-не, правда, лечит, терафлю мне дает, там горячие чаи вот заваривает с этими, с ягодами, с морожкой. Кстати, морожку кто-нибудь пробовал? Ребят, морожка это топ. Это ягода деликатес. Растет в основном в северных областях. Растет там на крайнем севере России, по-моему, просто в Сибири растет. В Северной Швеции растет точно. Да? Ноги. Очень классная ягода. Вы просто шикарная. Кстати, было много вопросов, в какую игру ты играл. Как она? Unravel, по-моему, называется. Unravel, да. Да. Шикарная игра, короче, обалденная. Так и чем тут? Вот. Она такая, чтобы расслабиться, ребят. Она вот именно расслабится. Просто удовольствие получить. Загадки там незамысловатые, игра сама простая, доступная такая вот. Головоломочка с любованием на природу, да, именно. Слушайте, так. Слушайте, ребята, это проклятый кейс, вот его можете прям вообще не покупать. Я вам всегда от души советую. Если кейсы 23 февраля были крутые, то вот это какая-то какашечка. Ну, я, блядь, никогда ничего, я в минус ухожу. Покупать, а не вот это вот. Да ты мой зай. Да нормально все. Тебе надо отлежаться. Куда мне отлежаться? Мне работать надо. Ютуб-то, сука, он не ждет меня. Ютуб-то, он... Как бы он без меня глючить будет, так что такие дела. Мишаня, ну пожалуйста, сука, я больной человек. Больной старый человек. Сейчас Кейт, кстати, Кэпу дадим. Кэпу вообще надо дать. Сейчас я пятерочку как бы. Да, ему люлей надо прописать, дать ему хорошенечко. Нет. Поговори мне еще. Чем вы мне наезжаете, я не понял, а? Подожди, подожди. Ну я тоже хочу покрутить, что в самом деле. Ты, Кэп, блин, как так-то, сука? А типа я не человек, что ли? Типа сейчас я накрутила, а ты такой выкрутишь в конце. Нет. Не, а что? А, то есть, если я выкручу, это плохо, а если Кэп, это нормально. Ну, Кэпа жалко. Кэпа, схера ли Кэпа будет жалко? Мне вот никогда... Нет, ну как по-человечески, да, немножко, но в целом, ну, как бы, ну не повезло человеку. Ничем мне не повезло. Как не повезло? А тебе не повезло, да? Не, просто Кэп давно ничего не выбивал. Ну почему не повезло-то, а? Почему? Потому что ты тупой, сука. Тихо, спокойно. Бля, не надо, Кэп, ну ты задолбал, тут микрофон стоит, сука, я столько специально поставил. Бля, я чувствую, реально, этот кейс какой-то неуспешный. По-моему, это кейс реально говно. Есть два варианта. Либо я орать буду, блин, если мне потом пойдет сообщение, что кто-нибудь из моих подписчиков какое-то золото здесь выбил. Это вообще гон будет какой-то несправедливый. Майлз, ну что за херня, блин, ну здесь 5 тысяч, 5 тысяч кредит. Нет, подожди, ты должен радоваться своих подписчиков. Чего вы ничего гон? Так нет, я-то радуюсь за них. Я радуюсь человека, который там 100 тысяч кредитов выбил с кредитного. Я могу понять, почему мне никогда ничего не упадает, сука. Ну что, там СВ выбили в прошлый раз самое лучшее? И до этого какой-то Т9, и все, блин. Я, сука, кейсы сотнями покупаю. Как так-то? 2,5 там, ну примерно, 2500 рублей, сколько там со скидкой, не помню. Давай. Давай. За эти деньги просто донат можно выбить любой. Причем такой, который ты хочешь. А тут, блин, ну кстати, донат должен заметить, ну не самый нагибной. Тут, а что тут самый нагибной? Да ничего тут такого нету. Ну, Ремингтон неплох, не спорю. Фабар, ребята, прошлый век. Стонер, ну, неплохой пулемет. Неплохой, но как бы, ну, пожалуй, Стонер. Вот единственное, что действительно здесь годное. Потому что из ПВП-пулеметов это, наверное, номер один. С другой стороны, есть и другие пушки, как бы, штурмовые, они не особо хуже. Причем взять на пулемет должен быть. Бля, ребят, похоже, вам придется довольствоваться массой пин-кодов на один день, я чувствую. Я хотел вам что-то годное выбить. В видео ставите, знаете. Я хотела. Ты-то хотела, да. Ну, ты не выбила. Извини, дорогая. Может, Кэпчик выбит. А я ничего никогда не убиваю, у меня вообще эти кейсы, сука, я ничего еще не убиваю, вообще не убиваю, мне вообще, мне вот всякое говно падает. Нет, мне кажется, вообще как-то это должно учитываться. Если человек крутит, у него какие-то баллы, бонусы, там, что-то такое, должно быть баллы какие-то расти, проценты, какие-то компенсации. Что-то никогда деньги не вкладывал в Warface, хуяк, кейсы крутнул, получил просто, он хорошо живет, я так, извините меня. Это как бы, ваш вообще, по-моему, бюджет держится на, я половину всего выручки вам делаю, а где толк? Вообще жопа. Мне аж поплохело, еще хуже стало, чем было, серьезно. Ну правда, кейс что-то мне не зашел. Ну потому что ничего не выбил, поэтому не зашел. Да мы ничего, сука, мы никто ничего не выбьем, я чувствую. Угу. Ну давай, родненький, ну пожалуйста. Я вообще правда сделала бы какую-то систему? Жопа, сука, у меня приступ начинается. Тихо. Да. По типу шкалы, то есть когда ты не выбиваешь, она выше поднимается, и шанс у тебя, допустим, увеличивается до 75%, до 80%. Вот такая, да, шкала, чтобы была. Да. А так это вообще... Чтобы гарант какой-то был. Что вот если я взял 100 кейсов, я, сука, что-нибудь с него довыбил. А так это, висячка Петровна. Допустим, на 75%, да, ты можешь выбивать не золото, там тебе стабильно упадет там фиолетовое, да, вот это серебряное. Ну, как-то так, наверное, да. А как-то вообще ни о чем сделать. Вообще нагиб не говори. Бля, ну что ты, сука, переехал? Ну вот же оно, Ремингтон был золотой, ну. Ну где справедливость-то, не буду ругаться, зачем? Нехорошо. 20 кейсов остается, я Кэпчику отдаю. Все, давай, это мой последний кейс. Я выбиваю золото, сука. Два золота.
Кэпчик родненький, давай, мой сладкий, давай, давай. Вот мне удача улыбнется. Ну, посмотрим, давай. Давай. Кэп, на тебя вся надежда. Моя жопа. Ну, пожалуйста, ну, блин, ну где совесть-то, сука? А реально казино обна становится. Почему не падает, ну, блин? Казино разр... сначала дают, потом отбирают, тут даже понюхать не дали. Да тут как бы просто провели. Не, на самом деле, реально, разработчики, ну, у вас в игре коробки получается выгоднее крутить часто, чем здесь. Ну, как-то вот, вот так получается, по факту. Справедливость должна быть, сука. Если я кручу, я должен что-то выбить. За нормальные-то деньги. Ну, почему вот не золотой стонер, например? Почему нет-то? Я бы, наоборот, сделал шанс выбивания здесь выше, нежели в игре. Это было бы вообще очень сочно. Если ты все равно не выбираешь пушку, поэтому, правда, шанс должен быть хотя бы повыше. Да, тут пушку не выбираешь, тут шанс должен быть лучше, чем в игре, серьезно. Тут за 2500 рубасов надо, чтобы падало, ну, по-любому хоть что-то. По-любому, вот что-то должно выпасть. Это законом должно быть, да. А так получается, вот только вот эти золотые пушки по губам-то. Хуяк, короче. И ничего нету в итоге. Да он золотый, нам даже фиолетовый не выпало. Да, он ничего не выпал вообще. Нам на дни, на дни. Писюнов всяких насыпали и как бы и все. Давай, Кэпчик, родненький, ну пожалуйста, ну мой род, ну хороший, ну. Ну что я сделаю? Ёбарасоте. Это жопа. Ребят, напишите мне, как вы относитесь к Warface? Лучше напишите, как Warface относится к вам. Во, как Warface относится к вам. Вот, мы редко задаемся этим вопросом, но просто напишите. Как вы считаете, как администрация игры относится к вам? Насколько качественный контент вам делает? Я хочу все это почитать. Свое мнение я не буду высказывать, в принципе, оно горячее очень просто. Вот. Ну, несправедливо, ну как так-то, блин? Ну что это, сука, за бездонная яма, бездонный кошелек, туда бабло закидываешь. А тут только писюн показывают. Ну, надо поправить шансы, сука, это вообще несправедливо. 2500 рублей улетели просто вот так вот. Кому-то в карман-то так и давали. Мулатки, как бы, дикий остров, все хорошо. Ну, я тоже хочу. Ну, в смысле, не мулатки, я хочу. Офигел! Ах, сука. Я не посмотрю на то, что ты болеешь. Я болен, поэтому могу ошибаться в словах. В общем, что я хочу сказать. Разработчики, по совести должно быть. Шансы должны быть, но не меньше, чем в игре. Ну столько робов покрутить в игре, я не знаю. Да сука, там просто из рога изобилия. Да. Вот она правда, сука. Дорогие подписчики, мы сосем. Вот. Особенно я. Вы хоть на один день, многие, может кто мало донатит, сможете забрать пин-коды. Хотя бы попробовать пушки, мало ли. Да. Вот, ну попробовать, а потом мечтать о них. В нашей игре, да. Как-то мулатка, да, сразу? Ну, я просто сказал, как бы, я хочу, в смысле, отдыхать, вот это я имею в виду. Лечить, если сегодня будет Кэп. Кэп будет лечить? Я, сука, тогда точно, это исход будет хуже, чем при коронавирусе. Мулатки, а где мулатки? Что-то никого нету. Ну вот, они. А, сука, да. Ладно, что я хочу вам сказать. В общем, коронавирус бушует, Аркутагин попал под раздачу. Кейсы. Сука, неудачные вышли. Ужасно. Напишите, кто-нибудь что-нибудь выбил, вот если вы крутили. Мне ни хрена не выпало. Напишите тоже, что никто ничего не выбил, и не забудьте написать, как вам относится Warface. Да, вот. Если данное видео вам понравилось, видите, сука, Ракутагин в точечке. Нам как бы не понравилось. Больной в жопу, но я все равно делаю для вас видео. А через пару дней я выздоровлю, и все. Кстати, на втором канале сегодня видос будет охрененный, 18:30, не пропустите. Да. Ставьте лайк, в принципе, как хотите. Яйки чешите, это обязательно, без этого просто никуда. С вами был Мортит Ракутагин, госпожа очевидность прекрасная. Если все-таки надумаете крутить, да. Ну, вдруг вы решите, что да. Вы нубы, а вам повезет, да. Тогда, собственно говоря, я желаю вам очень большой удачи, и да, делитесь все-таки, может да. быть, мы такие все втроем тут криворукие, а вам повезет. Потом фотку мамонта пришлете. И капитан очевидность. Удачи, пацаны, вам в этом казино. Красавчик. Вступайте в нашу армию, нагибайте всех. И мы увидимся с вами.